Время новостей на телеканале Хабар 24 в студии Альфия Хайдарова. Здравствуйте. Северная и Южная Кореи проведут 1 июня переговоры на высшем уровне. Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи, об этом накануне договорились лидеры республики Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин. В ходе встречи в демилитаризированной зоне между странами стороны также подтвердили общее стремление к скорейшему выполнению условий ранее подписанной мирной декларации и договорились совместно прилагать усилия в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова. Кроме того, лидеры обсудили подготовку саммита США КНДР. Напомню, он был намечен на 12 июня в Сингапуре. В сирийском Идлибе прогремел взрыв. В центре города в воздух взлетел начиненный взрывчаткой автомобиль. Погибли 5 человек, еще 50 жителей получили ранения. Среди пострадавших есть маленькие дети. Некоторые из раненых находятся в критическом состоянии, поэтому власти не исключают, что число жертв может возрасти. Идлиб сейчас остается единственной крупной провинцией страны, которая практически полностью находится под контролем повстанцев, где действуют более десятка вооруженных оппозиционных группировок, которые сражаются между собой за влияние в провинции. Арабская коалиция во главе Саудовской Аравии разбомбила расположенную на Фсане йеменскую нефтяную компанию. В результате в здании начался сильный пожар. Жертвами авиаударов стали по меньшей мере 5 человек. Еще 12 жителей, в том числе женщины и дети, получили ранения различной степени тяжести. Такие цифры привели представители сил безопасности Йемена. По сообщениям арабских СМИ, серия авиаударов стала ответом на попытку йеменских мятежников атаковать с помощью беспилотников аэропорт на юге Саудовской Аравии. Напомню, в Йемене уже несколько лет продолжается гражданская война. Повстанцы захватили столицу страны Санну и ряд других районов. Арабская коалиция выступает на стороне правительства. В Париже состоялась протестная акция под названием «Народный подъем». Собравшиеся выступили против политики президента Франции Эммануэля Макрона. Марш прошел от Восточного вокзала до площади Республики. Несмотря на меры безопасности, во время акции произошли столкновения. В Париже активисты бросали в сторону полицейских различные предметы. Полиция использовала слезоточивый газ. Задержаны порядка 40 человек, в том числе за ношение оружия. 26 из них взяты под стражу. К слову, особое недовольство манифестантов вызывает налоговая политика Макрона. По их мнению, она помогает богатым и успешным и приводит к ухудшению положения безработных. Демонстрации «Народный подъем» также прошли и в других французских городах, в том числе в Марселе, Тулузе, Лилле, Пуатье, Руане и Нанте. Мощный тропический шторм ударил по Оману. Он принес на южное побережье государства шквалистый ветер и проливные дожди. В результате циклона погибли 5 жителей, более 30 человек числятся пропавшими без вести. По сообщениям Рейтер, удар стихии пришелся на густонаселенные регионы страны. От наводнений, в частности, сильно пострадал второй крупнейший город государства Салала. Свои дома покинули тысячи людей, полностью парализовано транспортное сообщение и закрыт местный аэропорт. Ранее шторм унес жизни 7 йеменцев. Теперь он движется в сторону Саудовской Аравии. До 19 человек возросло число погибших из-за сильных ливней и шторма на Шри-Ланке. Еще более 128 тысяч пострадали. В стране начался ежегодный период муссонных дождей. Метеорологические службы сообщают, количество осадков в некоторых районах Шри-Ланки может превысить 150 миллиметров. Из-за сильных паводков свои дома уже покинули свыше 55 тысяч человек. К ликвидации последствий удара стихии привлечены вооруженные силы страны. Китай планирует отказаться от ограничений по количеству детей в одной семье. В стране таким образом попытаются снизить темпы старения населения. Новая политика независимой рождаемости позволит жителям самим решать, сколько детей заводить. Решение может быть принято в конце текущего года, либо в начале 2019-го. Что думает по этому поводу обычные жители, расскажет наш корреспондент. Ли Тян работает в торговой компании в Пекине. Новость о возможном снятии ограничения на рождаемость ее обрадовала. Правда, сама молодая мама второго ребенка заводить пока не спешит. В условиях загруженности работы с двумя детьми справляться будет сложно, говорит сотрудница офиса. К слову, такого мнения придерживается большинство жителей Поднебесной. Нам нужно воспитать нашего ребенка, пока мы не планируем второго. Семьям, живущим в больших городах, растить несколько детей приходится нелегко. Большую часть времени мы на работе. Но все-таки я за то, чтобы убрали ограничения на рождаемость.
Политика «Одна семья, один ребенок» стартовала в 1979 году. Ограничение рождаемости заставило поколение китайских родителей платить штрафы, делать аборты. Однако это привело к снижению работоспособного населения. И с 2016 года супружеским парам в Китае официально разрешили заводить двоих детей. У меня двое детей. Сын родила в 2016-м после того, как разрешили заводить двоих. По словам эксперта по общественному развитию Сун Чжяна, сегодня молодые не спешат жениться. А если создают семьи, то не спешат заводить детей. В приоритете у многих карьера. Поэтому правительство Китая теперь готовит программу по поддержке супружеских пар, растящих несколько детей. С тех пор, как разрешили иметь двоих детей, прошло не так много времени. По статистическим данным, результаты за два года неплохие. Например, показатель рождаемости второго ребенка за это время вырос с 30% до 50%, но уменьшилось рождение первенцев. Сегодня Китай – самая густонаселенная страна в мире с быстро стареющим населением. По статистике, в государстве на 30 миллионов мужчин больше, чем женщин. Власти признали, что 40-летняя политика «одна семья, один ребенок» привела к снижению рождаемости, демографическому дисбалансу и ослаблению экономики. Нурбек Пекен, Жан Сюй, Хабар 24, Пекин. Десять проектов по программе государственно-частного партнерства реализуют в Жамбылской области в ближайшие годы. Появятся они в сферах образования, здравоохранения и спорта. Об этом сообщили на семинаре по информационно-разъяснительной работе ГЧП. По словам участников встречи, в Казахстане на разных стадиях реализации находятся 994 проекта на общую сумму более 2 триллионов тенге. Количество проектов государственно-частного партнерства увеличивается ежегодно. К примеру, если в 2016 году было реализовано всего 22 проекта, то в прошлом году их число увеличилось в 8 раз. На семинаре также разъяснили изменения в законе о государственно-частном партнерстве. В частности, теперь сокращены этапы планирования реализации идей в рамках ГЧП. Если раньше при планировании реализации проекта ГЧП было 5 этапов, то сейчас мы сократили до 3 этапов. Кроме этого, внедрен такой механизм, как программный ГЧП. Теперь, значит, в упрощенном порядке можно будет осуществлять проекты ГЧП в рамках государственных программ. Также внедрен механизм регистрации проектов ГЧП в органах казначейства. Соответственно, государство берет на себя обязательства. То есть все инвестиции, которые частный партнер понес, государство берет на себя обязательства возместить в течение того срока, который будет указан в договоре. В ближайшие 3 года в Отырарском районе Южно-Казахстанской области полностью решат проблему с питьевой водой. Жители 2 поселков подключат к центральному водоснабжению уже в следующем году, а оставшихся 5 к 2020 году. Всего же в области к этому времени центральным водоснабжением будет обеспечено 84 населенных пункта. Это порядка 210 тысяч человек. Жители поселка Костерек используют воду из 30-метровой скважины. Используют в основном, чтобы поить скот. Для человека вода непригодна. В ней большое содержание солей. Питьевую воду мы привозим из соседнего аула. Каждый водовоз обходится в 2000 тенге. Зимой ее еще можно хранить, а летом быстро портится. Конечно, хочется надеяться, что и у нас будет чистая вода. Власти обещают, что вода в домах сельчан будет уже на следующий год. К строительству водосистемы приступят уже на днях. Такие же работы начнутся и в поселке Арыс-Ахтан. Чтобы провести централизованное водоснабжение в этих 2 населенных пунктах, выделено 400 миллионов тенге. Еще 5 аулов планируют обеспечить чистой питьевой водой в ближайшие 3 года. Из 5 3 проектно-сметные документации уже готовы. Мы внесли на рассмотрение бюджетной комиссии. И останутся 2 населенных пункта, где ведутся геолого-разведочные работы. Это объективный процесс, он требует 2 года. Полностью изучить бассейн, химический, физический состав воды. В целом планируем вопрос питьевой воды в районе решить до 2020 года. По области до 2020 года чистой питьевой водой обеспечат жителей 84 населенных пунктов. Это больше 210 тысяч человек. Из них около 20 тысяч в этом году. Для этого построят 76 объектов водоснабжения. Наталья Цонур, Нурмахан Мусатов и Нурмахан Бекмуратов. Хабар 24, Южно-Казахстанская область. Продолжение следует...
продолжается гастрольный тур творческих коллективов столицы по регионам Казахстана, посвященный 20-летнему юбилею города. В Атырау завершились Дни культуры Астаны. Столичные артисты подготовили двухдневную праздничную концертную программу. Жители региона насладились народными песнями и кюями, фольклорными и современными танцами. Услышали классический эстрадный вокал астанинских артистов. Также в рамках Дней культуры Астаны прошли познавательные выставки и деловые встречи. Областной и столичные акиматы подписали соглашение по развитию межрегионального сотрудничества. Мы познакомились с достижениями Атырауской области в экономической и социальной сферах. Коллеги поделились своим опытом. Мы же, в свою очередь, рассказали об успехах столицы, какие крупные проекты, комплексные программы у нас приняты и какая работа проводится. А вот в Атырау готовится к купальному сезону. В профилактических мерах спасатели рассказывают молодежи о правилах безопасности на воде и учат, как спасти попавшего в беду человека. Продолжит Виктор Сутягин. У Азамата Мурзагалиева нужная и достаточно редкая профессия. Он спасатель. Человек, который приходит на помощь попавшим в беду людям. Когда мне было 17 лет, я первого человека, женщину, спас. И после этого решил посвятить свою жизнь этой службе, спасательной службе. Этой работе Азамат посвятил 16 лет. Принимал участие в поиске потерявшихся рыбаков и охотников на Каспийском море. Вызволял людей из сгоревших домов. Мы участвуем не только в паводках, ситуациях, на спасение на реке, но и в случае ДТП, разные случаи бывают. В городе очень много разных случаев, по бытовых случаев, по вскрытию металлических дверей. Выезжаем на поиски людей в степи. Но, как говорят спасатели, самое обидное – это когда люди гибнут по неосторожности. В прошлом году в водоемах региона утонул 21 человек. В этом, в области, где еще не начинался купальный сезон, в реках уже утонули 4 человека. Все дети. 10 тонущих людей удалось спасти. Причина, по которой тонут дети, как правило, одна. Оставшись без присмотра, ребята идут купаться в неположенное место. Вот из года в год трагедии повторяются. Со взрослыми несколько иначе. В основном тонут люди, отправившиеся к реке в состоянии алкогольного опьянения. В этом году атырауские спасатели решили действовать на опережение. На водоемах области уже установлено свыше сотни знаков, предупреждающих об опасности. А сами спасатели обходят школы и колледжи, рассказывая детям и подросткам, где и когда можно купаться, и что нужно делать, если вдруг товарищ наглотался воды. А как только потеплеет, в городской черте на всех пляжах появятся стационарные посты спасателей. По реке Урал будет курсировать судно, которое в любой момент доставит спасателей в место, где человек попал в беду. Все снаряжение у атырауских спасателей есть, в том числе и водолазные. Виктор Сутягин, Амантай Матенов, Атырауская область, Хабар 24. Реал уверенно обыграл Ливерпуль и в третий раз подряд выиграл Лигу чемпионов. Это абсолютный рекорд. Мадридский клуб переиграл английский со счетом 3-1. Командам не удалось открыть счет в первом тайме, но пришлось потерять по одному ключевому игроку из-за травм. Голы у победителей забили Карим Бензема и дважды Гаррет Бейл. Из игроков Ливерпуля поразить ворота соперников удалось только Садио Мане. Матч прошел на стадионе в Киеве. Этот сезон получился фантастическим. Никакого особенного секрета у Реала нет. Мы много работаем. В нашем клубе собраны талантливые футболисты. У каждого из игроков нашей команды было достаточно энтузиазма и амбиций, чтобы завоевать трофей. Кислотные серосодержащие ручьи, расположенные на юге Англии, помогут ученым определить, была ли жизнь на Марсе. По словам исследователей, в них живут особые бактерии, которые размножаются при экстремальных условиях. Миллиарды лет назад такие же ручьи текли и на Красной планете. Особое внимание уделяется минералу гетит, в котором есть много микробов и следов ископаемых органических останков. Примечательно то, что гетит может преобразоваться в гематит. Он распространен на Марсе и придает планете красный цвет. Это была последняя информация выпуска. Спасибо за внимание. Оставайтесь с телеканалом Хабар 24. До встречи.